Трамп и Байден внезапно сошлись во мнениях о COVID-19. Бывший президент США с самого начала пандемии заявлял, что вирус вырвался на свободу из лаборатории в китайском Ухане. Джо Байден и вся демпартия с пеной у рта отрицали саму возможность искусственного происхождения вируса. И вот, внезапный поворот. С прошлой недели президент Байден уже считает возможным то, что вирус был создан в лаборатории. А рупор либерального истеблишмента Facebook перестал банить посты, в которых обсуждалась возможность искусственного происхождения загадочной болезни. Причем как только Вашингтонская администрация признала саму возможность того, что коронавирус был сконструирован, как сразу нашелся виновный. По распоряжению президента Байдена американские спецслужбы будут заниматься исключительно китайской версией происхождения вируса. Другие даже не рассматриваются. Обвинение КНР то ли в халатности, то ли вообще в диверсии. Разумеется, ничем не подтверждено. Единственная информация, на которой основана вся антикитайская многоходовочка, это статья в The Wall Street Journal, где утверждается, что еще до официального начала пандемии какие-то ученые в Ухане заболели чем-то похожим на коронавирус. Впрочем, вся эта история абсолютно темна и бездоказательна.